Ну что, друзья, начинаем мы свой велосипедный марш. Вот колесики подкачал я, манометры. Кстати, вон там дальше, там и пистолет можно водички набрать. То есть человек проезжает, можно хоть вам чисто место омывайки жидкости набрать. Тут же можно и помыть свое лобовое стекло там или какое там еще боковые. Вот, пожалуйста, все есть в наличии. Пожалуйста, наверное, возьмем пару перчаток. Возможно, мне пригодится, потому что руки грязные. Но я только что в перчатках накачивал колеса. Ну, такие пригодятся. Вот. Что мы выезжаем с парковки? Ну, конечно, колесо подкачал, конечно, передние, задние. Передние 3,5 атмосферы, задние 4. Что вот здесь вот такой выход сюда вот. Ой, поставили колени машин так. Ну, какой есть, такой есть уже. Главное, не так, как в Италии, что надо с боем, как говорится, проходить эти турникеты, или как правильно там их обозначить. Вот сейчас вот так заднее все и прошли мы. Ну все, тропинки, дорожки, все как вы любите, как у нас. Но это такая дорожка, видите, сделали. Ну, понятно, мусор здесь, конечно, не ахти. Но это неряшливые люди, которые бросают это все. Итак, друзья, повторюсь. Сегодня у нас 15 марта, официальных полмесяца весны, но погодка где-то плюс 8, вот так вот, где-то такая вот, но солнечная. Главное, что сегодня, ух ты, еще петушок там где-то есть, ничего себе, вот, значит, плюс 8, ну на ночь вроде как будет минус 3, смотрела там по прогнозу погодки. Но главное солнышко. То есть вина, ну, сухо, видите, небо вообще прекрасное. Так, тут что-то, наверное, какой-то чермет принимает. Черный металл. Ладно. Наше направление, ну, центр, как обычно это центр. Ой, я жилетку не взял, ну ладно. Надо было жилетку одеть на рюкзак, наверное. Ну, ладно, а то я первый раз и последний, как говорится, ее одел чисто так вот. Вот. Понятно, что это окраина. Где-то вот мусор повыкидали, где-то вот едут просто как неряшливые люди какой-то национальности, знаем мы. А так-то, в принципе, в любой национальности есть, мне кажется. Так что обобщать не будем. Просто это уже, мне кажется, исходит от самого человека. Хотя здесь, наверное, может какая-то мусорка или что такое. Я даже не понимаю, что здесь. Видите, поразбил на всю, понакидали. И колеса, кто что хочет, ящики. Бампера смотришь. Вот. Как-то вот так вот. Начинаем мы с такого, как говорится, пасмурного места, свой маршрут к центру. Ну а дальше, я думаю, все будет прекрасно. Ладно, рулим дальше. Друзья, ну и время местное 10 часов 15 минут. Как видим, машины катаются, ну, по месту совываются. Немного тоже мониторю ситуацию, которая возникает вот в информации, где-то вот там где-то блокируют границы, блокируют, вернее, закрывают пункты пропусков всякие. Ну,
возможно, как для туристов каких-то, либо кто-то еще, то есть это может быть какая-то как мера предупредительная. Что касается водителей больших грузов вот таких, ну, в принципе, как таковых проблем нет. Ну, бывают большие скопления именно очереди из-за того, что померяют температуру, там какая-то анкета, посмотрели документы, и все, и поехали дальше. Ну, а само накопление машин, потому что связано, ну, с чересчур перегруженностью той или иной трассы, вот и все. Если эта дорога пользуется популярностью такой, либо через, ну, как обычно, это у нас Италия, Австрия, это Брунеро, вот, Верона, то есть, Верона, Брунеро, Винченце и на Инсбрук. Вот такой вот на маршрут самый такой популярный. Вот, конечно, там создаются очереди. Ну, в принципе, вообще на каких-то границах тоже есть. Ну, я эту неделю отъездил, у меня не было никаких проблем вообще с пересечением границы. Никто меня насильно не останавливал, ничего абсолютно. Так что, как-то вот так. До центра где-то километра 4, показывает навигация. Ну, посмотрим. Ладно, едем дальше. Ну что, какая-то одна из речек или какой-то приток. Вообще, в принципе, город, название, наверное, мне кажется, свое имеет из-за того, что здесь вот речка Люблянка, название одноименное. А вообще, честно, информацию-то я не гуглил, ничего не знаю, друзья, так что... как бы сказать, я просто, как бы, знаете, как, может, в советские времена, просто ты идешь вот так, вот, смотришь по сторонам и любуешься тем, что есть. И все, без всяких, конечно, на то, как бы, ну, интересоваться надо что-то. Ну, в принципе, да, может быть, правильно, конечно, надо было почитать что-то, чтобы и вам интересно было. Так, ну что, ну едем, катимся, как бы, да, и все. Типа, то, что мы такого не видели, но, тем не менее, для меня это еще одна галочка в моей... как бы, ну, история, да, вот, каждый, то есть, какое-то посещение этой страны, страна тоже, ну, неплохая, мне кажется, в своем, и расположение неплохое, классное, все, вот, и столица этой страны, Любляна. Был у меня Берлин, Варшава, ну, Варшава, видите, как она была, ну, именно, я хочу так, с семьей, именно, чтобы вдоволь, как говорится, походить, мне кажется, это все будет. Ну, Польша вообще у меня мало, в принципе, потому что на Польшу приезжаешь, ну, на базу, на работу, раз, и все, и уехал. Большинство времени проводишь здесь, вот. Австрия, конечно, тоже хотелось бы посетить Вену. Ну, Будапешт проезжал уже, ну, в принципе, как... Направо, ух ты, а чё направо, не пойму я. Сейчас, секундочку, друзья, сейчас сообразим. Да ничего, не направо, ну чё, прямо ехать, да и всё. Вот, успеем. Ну, конечно, да, это по прошлой работе, это была у меня все-таки Германия, Швейцария, это основное, потому у меня и большинство посещенных тех мест, городов. Здесь же чуть-чуть география пошире, но попасть в ту или иную столицу, ну, редко, опять же, получается, это чтобы где-то недалеко выгрузка была, опять же, это чтобы к выходным ближе, опять же, чтобы это была погода, условия. Ну, вот такие вот моменты жизни, как говорится. И чтобы это все до кучи так слепить,
Вот получается вот такое вот то, что есть сейчас. Когда все, все только для тебя. Так, стоп, стоп. Вот так. Лево, право, не знаю. Так. Ну, в принципе, тут недалеко осталось мне. Видите, народ, ну как, народ. Ну, может, что выходной, воскресенье. В основном, может, отсыпаются более активные люди. Вот на велосипедные прогулки, прогулки он с семьей. Папа, мама с ребенками сзади на багажниках. То есть, вот это вот движение. А так, мне кажется, ну, опять же, с этой эпидемией, мне кажется, какой-то. То есть, каждый хочет, наверное, как-то отсидеться дома. Поменьше каких-то мест. Мне тоже жена говорит, сиди там в машине у себя и не вылазь. Ну, мы все понимаем, что на свежем воздухе вот так вот, вот сам вирус, ну, в принципе, он не может быть существовать. Это идет какая-то передача там, ты, я, да, мы с тобой. Только и так. Поехали. Так, велосипедная, вот я не пойму, или справа, или слева. Давайте справа тогда уже. Хотя, может быть, наверное, слева. Она более уже, а тут здесь пошире, чтоб семья прошла там спокойненько, по ширине. Ну, ладно. Тишина, классно, погодка шепчет. Ну и, друзья, я вчера опять же так посмотрел, магазины здесь работают, как и у нас, ну, в Украине, в принципе, я к чему веду, то, что субботу, воскресенье они работают. Вот Германия, Швейцария, все, запрет, все, все отдыхают. То есть в субботу еще некоторые, возможно, там, ну, продуктовые там работают как-то там чуть-чуть укороченно, ну, вернее, скороченные как-то или... Короче, короткий день какой-то. Некоторые вообще отдыхают в пятницу, то есть суббота, воскресенье. Вот, так что... Возможно, какой-то посетим из них торговый центр. Посмотрим. Ну, как по мне, я не знаю, это все, мне кажется, надумано очень в таком масштабе. Такая вот эпидемия, все, что границы закрывают, и все капитально, ну. Потому что предыдущие года там были всякие там и свиной грипп, и птичий грипп, и еще какие-то там еще. Много всего, но такого не было. Ажиотажа или как бы раскрученного по странам, по правительствам и в СМИ, и везде, на всяких ресурсах. Это все такого. Вот так вот. Ну, как бы сказать, для столицы Любляна вроде бы, ну, небольшой. Небольшой, как бы, городочек такой, как бы, мне кажется. По сравнению с тем Берлином, может быть, масштабы там или, ну, Москву я не трогаю вообще. То есть, да, отдельное, там уже сколько миллионов там населения. Это опять же с тем Киевом. Вот, мне кажется, здесь поменьше, потому что на Киеве, в Киеве я велосипедом бы с окраины, с окружной ехать в центр. Ну, я ехал бы долго, потому что, потому вот. А здесь что-то раз, километра 4, 5, 6 до центра, это, ну, кажется, мне мало. Ладно, ждем. Ну что, в принципе, мы, судя по всему, то въезжаем в эту вот старую часть. Ну, как бы не старую, а центральную часть именно города. Скажу, опять же, не знаю, здесь как были во Второй мировой войне, какие здесь бои были, не в курсе абсолютно ничего. Вот.
Ландам Писарни. Короче, высматриваю тут. Вот интересно, конечно, постройка такая вот. Вот так балкон, все это сделано. И потом вот здесь такой полукруг. Я не знаю зачем. И дальше вот еще это все. Ну, короче, как-то вот так. Какой-то архитектор, такая задумка, чтобы все здесь рисовалось, да, и там и закругление, и такое, и всякое, ну, короче, ладно. Ну, словаков, в принципе, как, ну, чехов тоже можно понять, славян, я перепутаю, то я Словакию перепутаю. Это славяне ниже, южнее. В принципе, можно все это и понять. И язык, и разговор, и все это можно. Мой коллега поехал с фирмы, ну, с которым я там общаюсь более тесно. Славик, если он меня смотрит, привет передаю так тебе. Он поехал в Испанию, за Барселону, туда чуть дальше. Вот так, это так, ну что там, я не знаю, какая-то площадь, наверное. Вот такое вот. Ансамбль домиков всяких. Тоже велотуристы какие-то. Ну, кто-то с пивом, кто-то с колой, конечно, это не есть хорошо. Слева наше назначение. Ну вот такой якорь. А чему он предназначен, я не знаю. Сивал по новне придобтие славянское и хода на море. Место Любляна. Ой, за мой корявый язык. Ну, мне кажется, вот это вот центр у них, площадь. В принципе, я прибыл. Нет, друзья, это я какая-то вот сквер получается даже. А площадь Пришерна, она чуть-чуть дальше, левее и дальше, вот здесь, недалеко. Сейчас мы на нее и выскочим каким-то образом. Здесь что у нас такое? Ну, там река. Ладно, там не будем ехать, а вот здесь можно и проехать. Видите, на крыше как окна. Раз, два, три, четвертый этаж получается поднимается. А, они так готовы сделаны. Ну что, я на месте, друзья. Вот она, Пришерная площадь. Сейчас сделаю пару снимков, которые залью в Facebook.
Вот так это. Вот он. Прессерн.